Всем привет, это обзор комплекта Депардо. Высокотехнологичный комплект, выполненный из дышащего материала с водоотталкивающим покрытием Teflon Finish. Утепление по телу 226 грамм, в рукавах и полукомбинезоне 170 грамм. В модели предусмотрена система роста по низу брюк до 10 сантиметров, в куртке 4-5 сантиметров. Капюшон отстегивается с помощью молнии, и с помощью молнии отстегивается искусственный мех. Сверху регулировка на липучке, внутри есть резинка, подкладка из флиса. Застегивается на молнию, есть внутренняя планка и защита от защемления подбородка. На воротнике и внутри подкладка из флиса. Есть петелька, также в комплекте флисовый шарф снуд. Эластичные внутренние лямки, в рукавах подкладка из полиэстера. Распоров шов в рукавах, можно увеличить размер. Есть внутренний карман на липучке. И место для информации о ребенке. Снегозащитная юбка на резинке. Застегивается и регулируется с помощью кнопок. Нижняя часть без подкладки. Слева на груди эмблема бренда. На левом рукаве карман на молнии. Манжеты регулируются липучкой и есть внутренний эластичный манжет с отверстием для пальца. Спереди светоотражающий элемент, по бокам кармана на молнии и есть петелька для дополнительных элементов. Спинка слегка удлинена, так куртка выглядит сзади, внизу светоотражающий элемент и нижняя часть выполнена из усиленного материала. Эластичные регулируемые лямки, эластичная поясная резинка регулируется с помощью липучек. Застегивается на две кнопки и молнию. Также с помощью липучек можно снять лямки и сзади с помощью молнии. Есть петелька по бокам кармана на липучке с флисовой подкладкой внутри. Колени из усиленного материала, а также низ брючин. Есть снегозащитные гетры и по бокам светоотражающие элементы. Задняя часть также из усиленного материала, а также есть петельки на кнопках, с помощью которых можно подвернуть по размеру брючины. Отличный комплект для девочки, в котором комфортно будет гулять на улице при температуре от минус 20 до 0 градусов. На этом, пожалуй, все. Спасибо за внимание. Ждем вас в нашем шоуруме и на сайте dinomama.ru.